12 очаровательных женщин. Еще неделю назад они могли быть добрыми подругами, но стали непримиримыми соперницами. Вы смотрите второй конкурсный день шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Но мало кто знает, что Светик Семицветик – это главное мужское счастье. Светлана Светикова и Александр Бауров. Квикстеп – безумный танец, мне кажется, он мне не нравится. Поставь меня нормально, ты стоишь сейчас вправо, ты меня валишь. Я стою, вот, Саша, вот ты меня завалил, Вот, вес лучше. Вот у меня здесь. Так лучше. Я волнуюсь за то, что как бы на квикстепе мои глаза были не больше, чем моя голова. Потому что я в таком ужасе перед этим танцем. Держишь Саша, меня? Да, теперь плие и наверх. Давай ты мне не будешь объяснять плие, и ты просто делаешь поддержку, как мы это делали вчера. Хорошо. Все, давай. Если я включусь прям на все 1000 000 000 %, то это будет здорово. И оп, есть. Держи, да. Держи. Есть, я нормально. Не такая тяжелая, чтобы не, так не, все нормально. Да. Вниз. Да. Танцу. Очень мало. Нет, что за сколько? 10? Да, 10 часов. Около того. 10 часов и выступление. Не говори. Квикстеп Светланы Светиковой и Александра Баурова. Мне не Светикова ты совсем, а Пожарикова какая-то. Зажгла. На, держи тебе цветов, загадывай любые желания. Не посмею пока. Так, теперь рассказывай, за что ты так парня? За что так парня? Нечего мне пинать. Анастасия, это моя творческая необходимость. Чтобы тебя пинали? В отличие от... Озорник. В отличие от меня, кстати. Пинать меня не надо, отвечу. Я люблю свою партнершу, она меня умничка просто. Она сделала такое, что живому человеку не под силу на самом деле. Живой. Я горжусь ей. Мертвая. А, кстати, не факт, что я живая, между прочим. Знаешь что? Ты живая такая, что любой мертвый встанет и побежит. Ведь правда, господа члены жюри, Станислав Григорьевич? Ну, с самого начала мне показалось, что на одном дыхании исполненный танец. Великолепная, великолепная музыка. Надо отдать должное, что сегодня фонограф играет потрясающие квикстепы. Чувствует традиции, чувствует стиль. Это великолепно. Фонограф джаз-бенд. Сергей Жилин, руководитель.
Это очень важно не только для зрителей, а прежде всего для танцоров, потому что тонко чувствующие ритм и характер музыки танцоры, такие как Светлана и Антон, конечно, они это передали в своем танце. Возможно, позиции в паре, в верхней части корпуса, с точки зрения техники бального танца, над этим можно еще работать, но то, что они сделали вот в этой композиции, на сегодняшний день мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Меня настораживает, что по сравнению с первой программой, почему-то партнерши чаще стали все-таки бить своих партнеров. Это общая тенденция в мире, и поэтому не расстраивайся. Да, да, да. Владимир. Вот на данный момент это была самая навороченная, самая виртуозная хореография из того, что мы сегодня увидели. Я вижу абсолютное умение Светланы танцевать. Мне бы хотелось все-таки, чтобы вы чуть-чуть вернулись к теме соревнования и станцевали все-таки квикстеп. Потому что действительно иногда позиции пары, это может быть больше партнера касается, были не очень аккуратны. И при наличии большого количества прыжковых каких-то комбинаций не было ни одной, вот то, что мы называем школьной базовой фигурой. К мастеру икебаны Юрию Николаеву. Цветочек дашь? Какое бы желание загадать? Лети лепесток через запад на восток, через запад на восток, через запад на восток. Черт, я забыла. Поля. Через север, через юг. Видимо, не сбудется мое желание. Свет, да. Скажи, а ты вот в сказки веришь? Конечно, естественно. Особенно со счастливым, красивым концом. Правильно? Да, я так считаю, что... Простите, но... Нет, не хочу. Я считаю, что... Ну... Ну что, ну? Любой конец – это безумное счастье. Я имела в виду... простите, я имела в виду, что любой финал – это замечательно, какой бы он ни был. Будем надеяться, чтобы эта вот маленькая наша сказка, вот то, что вы нам показали, была хорошо, ну, закончена, что ли. Я имею в виду оценки жюри. Станислав Попов. 9. Алла Сигалова. 9. Владимир Андреев. 9. Николай Сискалицын. 8. Сумма баллов 35. На танцполе страсти и энергетика. Голосуй за номер 9. Бауров и Светикова. И телефон. И, естественно, 8-800-3-33-50-09. И смс-сообщение по телефону 6060 с цифрой 9. Честно говоря, ее сложно сравнить с каким-то одним цветком. Скорее, она похожа на целое поле гречишное или на гектары подсолнуков. Оптимизм в промышленных масштабах. Татьяна Лазарева и Александр Литвиненко. Ну что, квикстеп? Раз, два, о, прям пушинка.